Давай. Всем здорово! Сегодня мы с вами посмотрим Grand Cherokee Limited второго поколения. Телепорт. Так, снимаем, вот я сейчас уйду. Всем здорово! Сегодня мы с вами посмотрим джип Grand Cherokee второго поколения. Маленькую малолитражечку. Телепорт. Жень, в смысле? Где? Ну и короче, собственно, про тачку можно рассказать многое. Особенно про ее... Про ее что? Подвеску. Про ее подвеску. Trying to back me and get rock steady. Buy the Mac one double. I touch you and leave you with not much to go home with. My skin is thick, cause I'll be up in the mix of action. If I'm not at home, puffin' live, relaxin'. New York got a nigga depressed. Thief my guest, God bless my soul. Before I put my foot down and begin to stroll. And turn this drama, I'm trapped in between two worlds trying to get dough. You know when the dough get low, the juice go. Кто там? Sending this one out to my man Killer B. No doubt indeed. Without weed. Паша, почем ты взял эти колеса? 1000 евро комплект. Проставки на аморты. Какую стоимость? 100 евро. Ну и соответственно для хорошего джиперика нужна труба сафари. Сколько она стоит? 200 евро. 200 евро. Я еще смотрю, ты въебал проставки для расширения колес. Сколько денег? Комплект 150. 150 евро. Так, я смотрю, у тебя тут кардан от 4 литров. Сколько денег? Передняя часть 200 евро, задняя 200 евро. 400 евро за кардан. Фары? Где-то 150 евро. 150 евро комплект. Ну и задние фары у нас. Тонировочка. Китай, да? Американский, вроде. Американский Китай, скорее всего. 150 евро пара. Ну и, конечно же, люстра. 150-200 евро. 150-200 евро с люстра. А что с люстрой произошло? Эта люстра выступала в настоящих гонках. И видела деревья. Ага, то есть боевая люстра. Салончик хорошенький, американская кожа, все как полагается, красота. Так, банка из-под пиваса начинается. Музон, музыкальная шкатулка. Ага, понятненько, что тут у нас. Наушники на iPhone 7, заебись. Реальная высокая тачка. В общем, вы поняли, где мои колени. Как бы это не самый высокий внедорожник, который у нас есть в городе, но это достаточно, блядь, ну вот, ну, блядь. Ну, вы понимаете, о чем я, да, говорю, в принципе. То есть, вот так. То есть, если вы, сука, носите юбки, блядь, и вы мужик, то вам ее залезть. From these streets that we done took, you walking with your head down, scared to look. You shook, cause ain't no such things as halfway crooks. They never around when the beef cooks. In my part of town, it's similar to Vietnam. Now we all grown up and old and beyond the cops' control. They better had a riot gear ready, trying to back me and get rock steady. Buy the Mac one double, I touch you and leave you with not much to go home with. My skin is thick, cause I'll be up in the mix of action. Ну и, впрочем, вот и весь видос, как бы, чтобы вас не напрягать 15-минутными или получасовыми видео, мы снимаем специально маленькие видео, так что это все для общего блага, ёпта. И если кому-то нужна будет помощь, ребятки, то обращайтесь к Паше, вот здесь его инстаграм, вот здесь, вот, вот здесь. И пишите ему, если надо, пацан поможет. Шо, как джипчик? Бля, охуенный, бля, по говну гонять самое то. Глинку месить. So I wear a slug proof underneath my guest. God bless my soul. Before I put my foot down and begin to
stroll into the drama. I'm trapped in between two worlds trying to get dough. You know when the dough get low, the juice go. So I wear a slug proof underneath my guest. God bless my soul. Before I put my foot down and begin to stroll into the drama, I'm trapped in between two worlds trying to get dough. You know when the dough get low, the juice go.